Сейчас из решетки доставки лабораторного оборудования появится грузовой куб. Испытаний грузовой куб станет вашим первым спутником. Заботьтесь о нем, как о друге. Испытания часто вызывают такие побочные эффекты, как мнительность, галлюцинации и одушевление неодушевленных предметов. Экспериментальный центр напоминает вам о том, что грузовой куб не может угрожать перерезать вам горло и даже не умеет говорить. Экспериментальный центр напоминает вам о том, что кубы не умеют разговаривать. В случае, если грузовой куб все же заговорит, центр настоятельно рекомендует вам игнорировать его советы. Thank you.
Испытание пройдено. Ваш приятель Куб принес вам удачу. К нашему сожалению, он не сможет перейти с вами в следующую часть испытания. И как следствие должен быть уничтожен. Отведите вашего приятеля к экспериментальному экстренному уничтожителю разумных особей. Спокойствие сообщай, что независимый совет экспертов в области этики признал экспериментальный центр сотрудников лаборатории исследования природы порталов, а также подопытных индивидуумов, свободными от моральной ответственности за уничтожение кубов. Умертвили своего верного приятеля Кубика быстрее, чем кто-либо из предыдущих испытуемых. Это рекорд.